Каин бессмертен. О нем ходят легенды. И только немногие знают правду. Когда-то, как и мы все, он был смертным. Однако презрение к человечеству заставило его создать меня и моих братьев. Я Разиэль, первый из его слуг. Я служил ему вечность. Я и мои братья стояли с ним на заре Империи. Вместе мы вели армии, что покорили Носгос. Дар продолжал развиваться, и мы становились больше богами, чем людьми. Каину пришлось бы принять эти перемены, и он дал нам новый дар. Через несколько лет последовала бы наша эволюция. Но я удостоился чести опередить своего хозяина. За свое прегрешение я получил новый вид награды. Агония. Для меня был только один исход. Вечное мучение. Меня, Разиэля, постигла участь преступников и предателей. Вечно гореть в глубинах озера мертвых. Бросайте его. Пылая адским огнем, я опускался в глубины бездны. Невероятная боль, вечная агония. Время перестало существовать. Только эта пытка и жгучая ненависть к той несправедливости, что бросила меня в этот ад. Прошла вечность, и моя пытка прекратилась. Зло уничтожило меня, но все же я был жив. Разиэль, ты достоин. Я знаю тебя, Разиэль. Ты достоин. Что это за безумие? Что это за ужасное тело, в котором я нахожусь? Смерть была бы облегчением от этого ужасного существования. Ты не смог выжить в бездне, Разиэль. Я просто сохранил тебя от полного растворения. Я бы лучше сгорел, чем жить так. Выбирать не тебя. Я уничтожен. Ты перерожден. Твари, созданные королем, это ловушки для эссенции жизни, то есть для души, которая оживляет тела, в которых вы живете. А это, Разиэль, смерть для Носгота. Нет равновесия. Души мертвых остаются в мире. Я не могу бросить их в вихрь судьбы, и они не могут завершить то, что им предначертано. Спаси себя. Или, если тебе так угодно, отомсти за себя. Закончи свой спор с Каином, уничтожь его и твоих братьев. Освободи их души, и пусть вихрь судьбы снова оживет.
Пусть твоя ненависть поможет тебе похитить их души, а я помогу тебе. Стань моим похитителем душ, моим ангелом смерти. Эти ворота изменяют пространство, прокладывая путь через расстояние. Слаб, ты должен есть. Голод покинул меня. Я не хочу больше крови. Ты изменился? Твоя жажда крови уступила место более глубоким нуждам. Теперь ты стал похитителем душ. Чтобы поддерживать свои силы, ты должен поглощать души врагов и неупокоенные духи в астральном мире. Хотя твои крылья разрушены, но они не бесполезны. Натяни их, когда будешь прыгать, и ты сможешь парить через эту расщелину. А это что за существа? Штура, вампир. Астрального мира. Жестокий голод заставляет их поглощать души сотнями. Эти души никогда не найдут покоя. Эти порталы – проходы между астральным и материальным мирами. С их помощью ты сможешь собирать материю и появляться в физическом мире. Однако это требует сил. Твоя энергия должна быть полностью восстановлена. Для того, чтобы вернуться сюда, тебе ничего не нужно. Свое физическое тело ты можешь покинуть в любой момент. Тебе следует многому научиться, Радиэл. Когда ты будешь готов, этот барьер опустится.
восстанавливать свои силы, чтобы продлить пребывание в физическом мире. Если ты не сможешь питаться или тебе нанесут слишком много ран, ты вернешься обратно. Пока ты слишком молод, Разиэль, ты еще не избавился от слабости вампира. Погружение в воду растворит твое тело, заставив тебя вернуться снова в астральный мир. Знай, что в астральном мире вода почти такая же, как воздух. Что это за существа? Разве ты не узнаешь их? Это дети твоего брата Дума. Это невозможно. Эти отвратительные чудовища не могут произойти от нашей высокой крови. Ты думаешь, что время остановилось после твоей казни, разве? Многое изменилось с тех пор, как ты покинул мир людей. Я знаю слабости моих врагов, так как я сам был вампиром. Их практически нельзя убить. Раны очень быстро заживают, но только не те, которые нанесены огнем или серебром. Также смертельна вода и солнечный свет. Ну что ж, я буду немного изменять свою тактику. Выбитые из тела, душа этого существа быстро улетает в астральный мир. Быстро захвати ее, не то ты последуешь за ней. Твоя физическая сила намного больше, чем при жизни. Даже массивные препятствия можно устранять без особых усилий.
Боже мой! Святилище кланов лежит в руинах. За этими стенами была вся мощь империи, опора короля. И вся былая мощь теперь превратилась в пыль. И вдруг я подумал. В мгновение между моей казнью и воскрешением, очевидно, прошли столетия. В этом мире часто происходят катаклизмы. Земля желает скинуть с себя проклятие жестокой империи короля. Один единственный человек изменил судьбу этого мира. Не захотев посвятить себя восстановлению равновесия в Холсноте, Каин вверг мир в пучину хаоса. С этого мгновения начинается разгадка тайны, и я уже почти знаю ответ. Носгуд сейчас на грани уничтожения, и временное равновесие долго не продержится. Это, по крайней мере, не изменилось.
бесконечно вращающийся водоворот бездны, мое проклятие и источник моего перерождения. Хотя многое в Носготе изменилось, эти скалы напомнили мне, что на западе находится территория моего клана. Мне очень хотелось узнать, что стало с моими потомками за время моего тысячелетнего отсутствия. Разочарование. Наше великое королевство стерто с лица земли. Я узнаю руку, что сотворила это. Yeah.
Пожалуйста. Я никак не мог понять, что это за горы плоти. Пахло от них вампирами, но они вгрызались в своих жертв, как собаки. Oh, my God.
этих домах безошибочно можно определить знаки клана Мелкая. Воистину наша династия увядает, если эти монстры – потомки моего благородного брата. Неужели они выжили из ума, чтобы использовать для жизни такие безобразные тела? Мелкая был создан последним, и поэтому получил самую малую часть королевского дара. Хотя он стал бессмертным, его душа не переносила тело, которое осталось таким же хрупким, как и у людей. Похоже, эта слабость передалась и его потомкам. Через их нежную кожу можно увидеть то, что у них внутри. Thank you.
Эти звери – духи вампиров, которые слишком долго были в астральном мире. В этом мире они стали пожирателями душ. Не позволяй им опять завладеть телами. Thank you.
Thank you.
Oh!